Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а видите продолжение партии за Нидерланды в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с режимами монополии корпорации и случайные деревья технологий. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка есть в описании к этому видео. А спонсоры канала все видео видят сразу во вкладке сообщества, спасибо им за поддержку. Всем остальным жевжикам приятного продолжения просмотра. Я бы... Сейчас, видите, у меня еще есть... возможность купить наверное, давайте я Рейну просто возьму, но даже назначу ее в Харлем, но потом просто переброшу в этот, я в новый город хочу ее точно посадить. Так, Гронинген, ждем прибытия губернатора. Мы будем вырубать пшеничку сначала. Тут между французом и шотландцем, кстати, не пройти. 34-й ход. 0 люксов. А чё так? А нет. Только вот в сконе будет когда-нибудь. И все. 4 города, 0 люксов. Кстати, да, слушайте, а как это? Офигенно. То есть у Шотландии способность на люксы, но игра сказала, нет. У тебя сегодня в этой игре счастья не будет. Сейчас. Минус 2, минус 3 почти в каждом городе. Живи с этим. Да, это какой-то вообще прикол на самом деле. То есть, как бы территории много. Но он, конечно, внизу у тебя еще в тундре, вон я красители вижу. Ну, то есть, и надо на Роне где-то поставить рядом с оленем, чтобы еще серебро и красители захватить. Ну, там места грустные, да? Там будет просто одинокий город. Там посреди тундры, скорее всего, даже без реки. Так. Ждем. Варвары где появились? Далеко. Слушайте, ну я, наверное, в нормальный век, похоже. Я не вижу тут мне, как золото получить. Это, кстати, не очень хорошо, потому что я маловато... Так, ну я за 5 ходов должен, по идее, набить еще на одного поселенца, да. То есть я сюда еще поставлю город. Ну, а с другой стороны, слушайте, а у меня это останется только вот сюда и все. Сколько торговец 120 стоит? Я следующим ходом за деньги куплю торговца, наверное. Что-то не обращается Роттердам в мою религию до сих пор. Пойду-ка я сюда помогать обрабатывать город. Давайте пока наемников уберем. А строительство у нас водяная мельница. Храмы бы тоже построить, конечно. Ой, кажется, минус посел. Ой, посел скаут. Ну, то есть, вот это плохие места для Китая. Он хотел вот именно сюда, в первую очередь, расселяться. Так бы все заняли, и все, и там просто...
Странно, не проатаковали. Да, слушайте, мне надо эту клетку пройти, между прочим, иначе я... Мне надо на нее встать. Сначала город поставлю. Так, откуда эти тут варвары появились вообще? С монумента все равно начну. Рейну сюда. Ну, потому что я за счет Рейны как раз получу здесь жилье в этом городе. Флотоводец набил квадрирему. Кайф, кстати. Там есть... социальные политики, которые квадриремой открываются. Так, машина стоит. Три лучника. О! Зашибись. Идем в ученичество. Лучников мы апнем, но, правда, не сейчас. Так, а где у нас... Второй. Вот он вроде, нам как раз надо вернуться сюда. Лучником. Я тут покупаю. Блин, торговец подорожал. Наверное, все-таки Лян теперь назначим в Харлем. Блин, мне надо в Роттердам религию разнести, а то я тут строю храмы и святилища, но это нифига пока не работает. То есть он настолько не хочет... Китаец, ну ты же понимаешь, что этот вулкан все равно до этого кампуса дотягивается... Ты, конечно, решил на плюс 3 не ставить, но у нас на тройке, и он дотягивается до этой второй клетки все равно. Что тебе кампус при извержениях будет ломаться. А так мог на плюс 3 поставить. Так, в смысле, он бьет на расстояние две клетки или на две клетки вокруг себя за извержение? Но он может на две клетки дотянуться. Он не обязательно, он не обязан прям весь радиус две клетки. Но он может дотянуться, и он будет дотягиваться до твоего кампуса. Ну ладно, бывает. Так. Могу стать сюзереном Сингапура еще заодно. Давайте. Кстати, это два производства моему каравану в Роксбург добавит. Точнее, не каравану, а в городе, откуда отправлен караван. То же самое у этого будет. А что каждый ход по плюс 5 к стоимости торговца, я не пойму. Так, поехали, кампус. Плюс 4. Кайф? По-моему, кайф. Да, правда, у нас нету денег на ап арбалетов пока. Ну чё, как всегда, выйдем в следующую эпоху перерывчик. Плюс. Да, давайте. Согласен. Немец, можешь убрать разведчика у куска вулкана?
Куда мне лучше походить? На любую клетку, просто с этой идеей пропустить. Спасибо. Китай, я спешу тебе на помощь. И Янь падает, все. А что там? А? А что с ним? Ну, варвары захватывают с моря. Народы моря захватывают Китай. А что с Ияном? Как там иянцы поживают? Так, слушайте, я тут внезапно, может быть, еще могу в Золотой век выйти? А когда я, получается, на полуострове? Морскую традицию ускорили. Так, надо вернуться к этому, чтобы он ко мне не поплыл. Так, ну я, наверное, тогда следующим миссионеров куплю. Мне надо до Роттердама обратить. А где у нас в Гааге еще священное место хорошо встанет? А вот здесь. Так, я могу... А, давайте математику и верховую езду. Я могу уже лесопилки ставить, между прочим. Ну, не знаю, тут акведук как-то... Давайте уже центр коммерции. Да, я понимаю, что тут плюс 3, но вы же видите, что у меня там ставится. Какие... райончики важные. Пока подождем. Слушайте, ну вообще лесопилку надо бы сделать, но я не вижу где, потому что это все тут все вырубится. Я не хочу ставить лесопилку. Ну, кстати, вот тут можно. Для Гааги, да. Ну, походу в нормальный век, судя по всему. Сваливаюсь. Да, чуть-чуть до золотого тут что-то... Ну, блин, у меня настолько приятные районы будут в будущем, что я могу, наверное, нормальный век один потерпеть. Кстати, а китаец-то будет в героическом? Возможно, у меня тут с Роттердамом начнутся проблемы. Ну, вообще, я обращу его в свою религию, не будет у меня проблем. Хотя даже сразу куплю миссионера. Так, лесопилочка. Это у нас для верфи. Ух ты, верфи как далеко-то. Печаль. Так, храм есть. Ну, мавзолей в Геликарнасе я бы в Гарлеме построил. Ну, пора кампуса, несомненно, делать. Давайте строителей. Еще. Кто-то метки ставит.
Ну, я не вижу опасности со стороны Шотландии, потому что у него реально не повезло с местом, еще и без ресурсов. То есть у меня главная опасность — это китаец, я считаю. Блин, куда она там уплыла? Долбанная квадрирема. Но я, честно говоря, когда вот это у меня встанет ромашка, я буду очень крут. Это будет очень мощно. Да, Китай в греческом, все остальные в золотом. У меня сейчас будут проблемы с... Нет, вот евангелистов. Проблемы с лояльностью, по идее. Так, в Роттердаме резко стало много жилья и еды. Растем. Так, здесь идем сюда. Сколько стоит эту клетку купить? 56. Следующим ходом подождем один ход. Я начну кампус там строить. А, вот тут где нужно перерывку. Да, кстати, дед, убирай таймер. Сейчас я похожу. Уже точно. Сколько собираемся? Минут 10-15. Ни у кого гавани, что ли? Ничего, я флотоводцев постоянно забираю всех. Да, тут мы откладываем производство, как я и сказал. А, блин, производство выбирается тут. Я открыл игры и развлечения. Ну, наверное, военную подготовку можно открыть. Дополнительный посол. Я понимаю, что у меня тут польдер, но мне пока не до польдеров, честно говоря. Хотя, слушайте, я два рынка не скоро сделаю. Давайте открою. Мне тут есть их где ставить, вообще-то. Так, в Гаге у нас появилось жилье. Можно расти. И в Гарлеме. Ну так, и так рос. Тут в Гронингене бы ферму построить. Шотландец, а что ты 6 послов влил в Болонию? Нет, 5. Или 6. 5. Да, 5 послов. Ну, а почему нет? Ну... Немножко бессмысленно, как бы, ну, союзничество, конечно. Ну, я не думаю, что у тебя так прям много районов, чтобы оно тебе давало что-то. А во-вторых, мог этих послов еще в другие, то есть 3, возможно, было бы и достаточно просто. Тем более, что я и Болонию забирать собираюсь. А, да. Ну, ничего, просрал так просрал. Просто тут и другие города-государства неплохие есть. Что? И другие города-государства неплохие есть. Да хотя бы вот та же Кагуана. Чё не за союз был Кагуану одним послом? Ну там такой себе бонус. Батей. Батей. Плюс одна культура. Плюс одна культура за каждый примыкающий бонус. А, ну у тебя бонусных ресурсов нету, точно. Да, действительно. Так, все вроде, да? Ну, форка нету, не знаю. Я здесь. Ну, что ты молчишь? Все, давай, го. Я только пришел. Давай. Так, ну, что-то две дебильных абсолютно резолюции, честно говоря.
бесполезных. Ну. Ну, я не знаю, давайте за меня проголосуем, чтобы я на 100% больше претензий генерировал. Не-не-не, Германия, я тебе не буду давать. А по поводу культуры? Ну, зачем тебе культуру давать? У меня нет культуры просто. Ну, так ты районы поставишь, отожмешь, тебе их зачем? А, это просто за себя. Не-не-не. Ого! Ничего себе. Требовательно. Культурный захват. У шотландец влился, я смотрю. 5 голосов туда отправим. Окей. Так, поставлено. А, вот тут я откладывал. А, кстати, зря откладывал, потому что я ж не могу сейчас вырубить. Ладно, тут надо что-то... Давайте тогда акведук, что ли, один ход построим. Ах, Колевей. Моя надежда на довольство. 36. Давайте я тут куплю. Чтобы уже быть... Так, Виктора давайте в Роттердам. Или, блин, надо было туда Мокшу. Надо было туда Мокшу, я думаю. А, давайте пока Виктора, чтобы там лояльность... Хотя там и так лояльность, кстати, не зря на героический век нормальная вполне. Блин, я что-то нифига не успел. У Китая будет прилично городов на море. Я думаю, что я его морскими юнитами буду захватывать. Я по пути... Блин, жалко. По пути один заряд в Чэнду кину. Вот так, потом пойду в Гаагу. О боже, боже! Заключим дружбу с Китаем. Я думаю, что как раз через 20 ходов у меня могут быть... О, мрамор. Цитрус, слушайте, у француза там... Нормально поторговать можно.
Франция, предложение. Не успел. Ну, следующим ходом. Монополии сбрасываются, если продать ресурс? По-моему, нет. Ну, так у нас еще нету монополии. Это еще открыть надо. В смысле производства? Да нет, не должно. Петру кто? Ну, это Мали, очевидно. Так, мне нужно ж ученичество как-то открывать, а для этого мне надо апнуть двух лучников, а для этого мне денежки нужны. Не, ну это 30 только, так, вот это. А, так 30, стоп, этого мне хватает. Да, давайте здесь. Ура, первый люкс. Поздравляем. Спасибо. Я сочувствую шотландцу. Блин, три заряда, надо тут что-то... Пока нету смысла вырубать, давайте хотя бы холмы тут обработаем. Ну, вроде как не сбросилось. А вот тут... У меня водяная мельница в Амстердаме, тут очень неплохо будет. Так, короче, наемников пора открыть. Ладно, библиотеку начну. Я поставлю карточку, апну под карточкой. В лучников. Может, пока без строителей. Так, машиностроение открыто. В ученичество прямой наводкой. Франция, ученый, да, я, наверное, военную инженерию сразу пойду, вот так. Два посла. Пока никуда не хочу. Сама клетка добавилась. И это здорово. Давайте тут, может, священочку уже тогда начнем. С ракет. Следующим ходом смогу купить, подождем. В Амстердаме я построю одну галеру и торговца, и потом у нас как раз останется на... О, класс, у меня тут уменьшается протестантизм, а как так? Ладно, кстати, давайте мы тут миссионера возьмем. Пойду эти города обращать потом. Шотландские. Наверное... Я не прав, почему у меня минус протестантизм? Что тут такое влияет? Какой-то бред. Даосизм — один город. Почему
в котором тоже уменьшаю. Почему мне игра показывает, что минус? Ой, блин, мисклик. Немец, мы дружить будем дальше? Да. Морскую традицию, наверное, пока рано. Госслужба открыта. Так, у кого там когда союзы? Я уже в союзах, если что. Два хода. Монархию, наверное. Или нафиг мне монархия пока. Так, скидка. Я бы воина апнул. Давайте пока пускай побудет. Хотя у нас тут должно что-то для кампуса. Вот нам для кампуса надо поставить пока. Воин подождет. И 58, 50, 60 науки. А народ в золотом и героическом, то есть с соседством для коммерческих районов, хотя у... Это священное место, конечно, странное. Не, Китай странно развивается, прямо скажу. Нет ни одного коммерческого района, кстати. У шотландца что? У шотландца тоже. Не, тут я в золотой век выйду с этими устремлениями. Не знаю, нафига я плыву, правда. Три. Ну, нет смысла пока никуда отправить. Может, Антананариву, кстати, я подумаю, может, я не буду его брать, а Антананариву засоюзить, но она дает 2% за каждого взятого великого человека, так? Максимальный 30. Три хода, давайте акведук как раз три хода. Ну, тут надо, видите, чтобы он вырос. До 7 человек, чтобы я мог промышленную площадь ставить. Если еще надо священочка посмотреть, где тут может зайти неплохо. От верований плюс 12. Все-таки это верование на деньги тоже неплохое получается. Блин, а где здесь в Гааге я хотел кампус, или если вообще хотел? Может, сюда поставить, и придется эти пшеницы все вырубить в итоге. Там дорога есть, из Харлема есть.
Давайте, наверное, из Арнема отправим. У кого я решился на торги? Подождем. Что у кого торги? Серебро кому нужно? Мне пока не нужно. Это единственный люкс, который в наличии. Еще в большом количестве. Поплыли домой, что там плаваю вообще? Брать монархию или античную пока оставить? Мне кажется, стоит античную пока оставить. Покупка клеток. Там 60 будет стоить. Так, библиотека нет. Промышленная зона. На плюс 7. Я вам говорю, что эта ромашка будет обалдетельная. Так, где у нас еще дамба? Контрфорс. Чудо античности. Это как бы... Ну, я, наверное, так открою его. Мне дамбу точно надо к сожалению, любимые зрители, дальше с 70 по 96 ходы партия потеряна. Очевидно, я каким-то образом удалил файл с этой частью игры, потому что я не мог не записывать такое долгое время. Да, у меня иногда бывает, что пару ходов потеряно, но не такое количество. Я пытался восстанавливать файлы, но он уже, очевидно, затерт. Так как я заметил это только когда оформлял уже третью серию, и первые две были опубликованы для спонсоров, просто оформляя, я увидел, что как-то слишком много ходов в одной серии, то я провел опрос среди спонсоров, хотят ли они полностью увидеть даже с потерей, ну, объяснил им ситуацию, и хотят ли они полностью увидеть даже с потерей такого количества ходов, или все-таки лучше дальше не выкладывать. Голосованием 80% на 20% спонсоры проголосовали за продолжение показа партии. Тем не менее, я перемонтировал третью серию, сейчас ее буду перезаливать, вот для того, чтобы вставить это объяснение. Прошу прощения за эту техническую накладку, сам не понимаю реально, как этот файл мог удалиться. Ну и я должен объяснить, что происходило в эти ходы. Я готовился к войне с Китаем, и так как у меня уникальный морской юнит 7 провинций, и Китай поставил большинство своих городов на побережье, то в первую очередь я шел именно в каравеллы и в эти самые 7 провинций. Внутри континента у него только 2 города, но они самые большие, конечно. Нет, даже 3 города. Идея была такая, я просто быстро кораблями захватываю все прибрежные города, они, понятно, будут по лояльности постоянно отваливаться,
разваливаться, а я их буду постоянно обратно перезахватывать. Таким образом, буду качать корабли и не давать развиваться китайцу. А с суши постепенно подходить уже наземными войсками. Вот вы сейчас уже видите вторую часть этого плана. Я осаждаю города Китая и перезахватываю отваливающиеся прибрежные города. Еще раз прошу прощения за этот технический момент и приятного вам продолжения просмотра. Отвалился очередной... Не, очередные два города. Так, давайте тут я наконец город поставлю. Древние стены, они не нужны, конечно. Кстати, а почему вот у меня под районом типа уголь, и он не добывается? Это баг? У тебя там нет угля. Классно, типа показывает, что есть. Ты поиск мыщешь? Да. Может, это угольная электростанция имеется в виду? А, понял. Он уголь, но хоть угольную электростанцию. Круто. Норм, да. Кайфово. Вообще без угля немец. У инка много угля. Так, а чё? У инка весь уголь на нашем континенте, да, получается? Да. Ну, у вас, значит, сядь с алюминием. А тоже, да, минка. А минка, да. Так что надо у него просить. Кстати, в какой стороне вообще второй континент находится? Чего ты хочешь? Ну, либо вправо, либо влево, одинаково, я думаю. Добежишь. Еще никто их не нашел. Инк, верни Антона на Риву. Стену он не строит. А что у него тут? Оракул, кстати, я оракул заберу. Оракул. Вот смотрите, чтобы построить корпорацию, нужно 3 ресурса. Или больше. 3. А если всего 2 на карте? Ну все, не построишь. Вот так. Странно. То есть монополия может быть, а корпорации нет? Именно. Немец, предложение. Блин, приехал тут, забрал мой руин. Ладно, давайте на автомат каперы поставим. А, в Роттердаме промышленная мастерская. Верфь. Верфь.
и в индустриализацию. Потом в научную теорию. Вау, я успел походить даже всем. Ничего себе. Говорит, потолок кто-то построил. Будем спасать летучий отряд. Ну, я пока, значит, великих людей не покупаем до оракула. Он вроде какое-то еще чудо строил. Или мне показать... Да, вот у него еще великая библиотека отвалилась. Так, этого спасаем. Все, следующим ходом Диадун падает. Шотландия, предложение. Ухань. Чанша. Капер, верфь. Гронинген, спинное место, пятилище. Обрасти. Ухань, монумент. Ша, монумент. Убираем и после верфи бахаем театралочку на плюс 4. Так, надо... Ой. Отправил поторговать. Ресами надо. Ватикан. Слушайте, а ресурсы нормально вообще пока? Потому что мне, например, написано, что... Я так понимаю, что это сколько обработано, например, ресурсов, а сколько у него вообще есть у человека, это надо открывать дипломатию теперь, да? Наверное, так. Ну, монополия у немца. Кайф. То есть а что она дает? Науку что дают? Монополия конкретно дают деньги. Ну, монополия конкретно, да, деньги и туризм. Монополия конкретно. Смотреть монополии. Это я даже не помню уже. Да, господи, он стену построил. Где монополии посмотреть? Вы прикалываетесь. В ресурсах. У меня там нет, пусто. Ну, хреново, что тебе еще сказать. А, тебе нужно это, видите, меркантилизм, чтобы смотреть. А-а-а. Хреново.
Так, гипс и оливки есть у... Мали предложение. Не знаю, я в ресурсах смотрю. Предложишь, что, да, что тебе надо? Да, слушайте, с таким таймером воевать я в очередной раз понимаю, что это убийство экономики постепенное. Оливки у меня как годные книжки, но на меня обработала. Она все равно отображается в ресурсе. Рационализм хочу поставить. Давайте вместо священного места. Посмотрим. Сто сорок восемь. Немного. Странно, почему гипс показывается. Если я не могу его в осаду взять из-за озера. Мне типа нужно на озере какой-то юнит морской иметь. Только тогда будет осада. Укри просто райский остров. Классно ему. Так, ну следующим ходом Диадун падает. Этим, к сожалению, еще нет. Понимаешь? Надо поспешить, а то я уже не могу эти обратно забирать. Лава без угля, конечно, такое себе. Они там уже в лабах. А я еще в индустриализацию не вышел. Франция предложила. А, ну, тут по очереди просто, ладно. Тогда норм. Так, в Гарлеме верфь. Блин, ну надо, наверное, ставить священное место уже. Что тут ждать? Блин, давайте я все-таки этот геликарнас... Еще одна Франция. А, уже не, нету? Да. Ладно. Не буду ходить туда уже удалять, просто ставлю священку. Сюда акведук. Сюда. Блин, нет, надо вырубить все-таки эти клетки. Совсем жалко. Вау, даже успел походить. Так, мне надо с кем-то еще поторговать. Ну что, ученых не начислять? Я бы наоборот их увеличил. Мы с Мали как раз уже в лабах. Лучше не начислять. У меня вообще нет компусов. И предлагаю против религии Мали. У него там 20 городов уже. А у меня почему-то вообще другое голосование. Значит, будет рассинхрон у тебя.
конфуцианство у Мали против конфуцианства и не начислять ученых. Поддерживаю. Очень хочу, чтобы это прошло все. Так, ну и Сиань останется захватить. Там у Китая вот это вся его армия, на самом деле, вот этот, скорее всего, стреляет, судя по силе, 49. У меня сомнение, что у него еще что-то будет. Мне интересно, как... Ну, пауза минут на 10, вот когда бег закончится. Хорошо. Блин, я опять, походу, в нормальный свалюсь, потому что я получу очки за захват Китая. Удваивает ученых. Кто-то вложился. Ну все, тут уже Лунси не должно отваливаться, по идее. Минус 13. 3,9. Ну, давайте в Лунси отправлю Виктора. Но, по идее, тут все уже... Все уже сделано. Так, Амстердам, амфитеатр. Так, с шотландцем есть чем поторговать? Серебро. Шотландец предложение. С инком чё? Ничего. А, блин, чё ни с кем торговать не понимаю. Да, что-то я подзабил немного на науку с индустриализацией. Там на том континенте... Ну, с другой стороны, меня зато тут никто мне мешать не будет. Шотландец отстает. Я его даже забирать не буду, потому что он мой союзник, которому я караваны пускаю. Это все не обработано тут. Надо бы рабочих побольше. Давайте я в Гаге куплю рабочих. Могу армаду. Зачем даже появится? То есть это будут очки эпохи, да? Вот это классный чувак, но... Нету у меня возможности.
Да, тут долговато будет. Блин, за Адун отваливается. Ну, минус 3 это немного. Так, у меня есть 6 послов. Блин, с кем еще поторговать? Вообще. Тому Кри. Красители, табак, это у меня все есть. У Франции. Ну все по одному. Пландия. Я с ним серебром торгую. Мали, гипс, по-моему. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!